Привет. Решился снять маленький обзор на графический планшет. У меня тут... Ага. Название читать не буду. У меня версия... Pro Plus. На коробке видно. Чем он отличается от Wacom? Стоит ли его брать или не стоит его брать? Чем он отличается от, допустим, вот от такого планшета? Это мой первый планшет. Genius. Чем он отличается, допустим, от такого планшета? Начнем с первого планшета. Это вот у меня Genius, который мой. У меня уже сколько лет работал. Недостаток у него. Маленькая чувствительность. И перо, которое в случае поломки вы нигде не найдете. Преимущество очень удобный, очень эргономичный. Рука лежит на столе, прям удобно лежит на столе. Но перо у меня испортилось, и он ушел в отпуск. Долговременный. Теперь про этот планшет. Кто бы там что ни говорил, типа, он похож на Wacom, он там своих денег стоит. Может, своих денег и стоит, но он ничем не лучше предыдущего. У них есть один недостаток. Один прям, не сказать, что очень-очень там где-то виден. Но когда долго рисуете, вы его обнаружите. Сейчас я хочу подумать. Вот допустим, вот чтобы видно было, что это этот планшет. Допустим, я хочу провести линию. Вот, я провожу линию сверху вниз полукругом. Возьмем, что она потоньше. Видите, она идет как бы полукругом. Потом здесь более плашмя и опять полукругом. Это не из-за того, что там моя рука так или еще что-то. Это из-за того, что планшет, вот если разобрать его схему, посмотреть, там идут вот такие вот линии. И чем эти линии дальше друг от друга, чем сильнее бывает вот эта вот плоская линия. Видите, вот здесь тоже. Я провел его как бы полукругом, а она опять вот так идет. Это из-за планшета. Это не из-за того, что моя рука так скользит. Неверно. Она физически так скользить не может. Если я, допустим, руку закрепил, проворачиваю ее вот так. Плоско, полукругом, плоско, полукругом, плоско. Он не выдает ровно полукруг. Ровно полукруга нету. Допустим, если я то же самое делаю... Вот на этом планшете, это Fujitsu стилистик, Fujitsu Siemens стилистик. Здесь внутри находится планшет Wacom. Или Wacom. Таблик. Там ровно она идет. Вот этим отличается Wacom. Вот от этого. Я не знаю, как тебя ведут другие планшеты, X-Pen или...
Гуамон или как они там называются, точно не могу сказать. Но этот ведет себя вот так. Кстати, вот этот планшет ведет себя точно так же. Поэтому планшетами тяжеловато бывает рисовать, надо привыкнуть к этому эффекту. Насчет того, удобен он или нет. Ну, как сказать, здесь есть вот этот вот край. Если видно, здесь рука неудобна, из-за этого начинает болеть запястье. Здесь есть этот полукруг, здесь его нет. Вот если бы он здесь был, было бы удобнее. А так, если долго рисовать, час-два, начинает болеть рука. Также неудобно вот это расположение. Если планшет у вас нет возможности постоянно его на столе держать, то гнездо здесь оно расшатывается. Если когда постоянно этот убираете его, в итоге вы его, как говорится, убьете. Придется менять гнездо. Вроде неплохо. Давайте что-нибудь нарисую. Это неудобно, вот именно вот то, что он так идет, как бы не полукругом, как вам надо, а вот с этими более-менее плоскими участками неудобно, когда вы делаете овалы лица или глаза, то получается вам приходится много раз обводить. Вот смотрите, я несколько раз провел, и каждый раз она вот здесь делается. У меня бы физически так не получилось сделать. Я точно не знаю, ну, может, это и драйвера виноваты, но скорее всего это то, что я вот говорил, из-за расположения на текстолите вот этих дорожек. Они идут вертикально, иногда вот так сходят, смещаются в разные стороны. Все равно видно. Надо приспособиться к этому эффекту. Так, теперь давайте посмотрим цены.
10 60 про плюс. Снимаю на телефон, потому видно, наверное, плохо. Цена 5 971 рубль, да? Давайте посмотрим на официальном. Так, вот этот у меня 4 700. Кстати, насчет вот этих кнопок, к ним тоже надо привыкнуть, потому что они работают не так. Допустим, вот это плюс, допустим, плюс, а вот это минус. Увеличить, уменьшить. А это может быть у вас совсем другая кнопка. Если бы они были одинаково расположены, может там как-то настраивается, но что-то я не вникал в это, мне как-то легче нажать на самой программе, нежели этими кнопками тыкать. Теперь давайте посмотрим вакуум. Вот видим, сколько стоит вакуум. 3 864 рубля. Давайте посмотрим его размер. Так, размер у нас. Рабочая область 152 на 95. Ну, это маленькая рабочая область. 152. Допустим, если рулетка мерить, 152. Ну, видно, насколько он меньше. Почти в два раза меньше. Так, ну и стоит он дешевле. Так, давайте посмотрим другую версию. 1000. Версия вакуум. CTL 490. 5700. Это, по-моему, здесь еще на Wi-Fi работает. Давайте размер посмотрим. Рабочая область. Такая же рабочая область. 6 дюймов на 3 дюйма. Этот у нас. Восемь и три на 5,7. CTL 67. Так. 10 средний. Размер малый. Размер средний. Тивный блок. Тивная область у них у всех маленькая. Так, давайте теперь посмотрим X-Pen.
что-то не то. Что у нас похоже на планшет? Это у нас, видимо, вот этот. 10,6 дюймов. Я не думаю, что он чем-то лучше. Выставки из России нет, а чего? 3200 и дешевле на 1000 рублей. Это тоже похоже. Нет, это UGE. Это другой. Это не XPEN. Это тоже UGE. XPEN где? Вот Parabola. Parabola. Херу как это читает. 3700. Я английский не изучал, так что мой английский на уровень 0. Те графические планшеты, что с IPS-матрицей, допустим, вот этот. Если отзывы почитать, кто-то хвалит, кто-то наоборот. Но лично мое мнение, не знаю, дороговато. 22 тысячи за 15 дюймов. 15 дюймов, допустим. Вот этот на вторичном рынке. Я взял за 5000 рублей, здесь 10 дюймов. Я не думаю, что он хуже чем-то. Чем вот эти планшеты. Может даже лучше. Гаумон. 15,6 дюймов. Единственное, что мне здесь нравится, это IPS-матрица. Еще кто его знает, какие здесь драйвера, может они все сырые. Ну, было бы неплохо такой попользовать, смотреть, что она себя представляет. Но цена кусается. Все, на этом все.